сейчас я хочу начать с самого хитового предложения этого года. Это дутики. Дутики станут не только комфортной и удобной обувью, но также они позволят создать вам очень гармоничные ансамбли с абсолютно любыми вашими комплектами. Также вы сможете носить их. Оль, ты даже не представляешь, с самого апреля, до апреля, с октября. Вот так, то есть получается полгода плохая погода, она нипочем, с дутиками под названием «Снежная сказка». Цена только сегодня 1199 рублей, чуть больше 1000 рублей за самые хитовые дутики, которые обожают абсолютно все. 1200 рублей – это ваша скидка. Смотрите. Предновогодние цены пикуют только в магазинах, но на телеканале Шоппиншоу мы даем вам возможность приобретения дутиков со скидкой, превышающей стоимость предложения. Набирайте номер телефона прямо сейчас и не забудьте про то, что действует еще и бесплатная доставка, сниженная от 3990 рублей. Давай сейчас расскажем, какие цвета у нас сегодня присутствуют в коллекции, поэтому сразу можно давай несколько пар положить. Давай, Олечка, да, конечно, можно положить. Итак, давайте знакомиться с цветами. Первый цвет, я хочу вам представить, нежный розовый. Следующий цвет, который покорил мое сердце, это благородный серый цвет. Обратите внимание, эти модели на белой подошве, на контрастной. Следующий вариант у нас становится на неконтрастной подошве. У нас черная подошва и темно-синяя расцветка. Знакомимся дальше. У нас есть еще цвета. Давайте посмотрим чуть ниже. Черный цвет с контрастной подошвой белый. Яркий цвет розовый. Я бы даже назвала его фуксия. Отлично будет сочетаться с вашими новогодними комплектами. Далее смотрим черный цвет на черной подошве. И еще раз повторяется красивый розовый цвет. И также хочу вам предложить синий на белой подошве. Вот, то есть получается 7 цветов на выбор. Набирайте номер телефона прямо сейчас. Вам повезло, что вы сейчас включили Шоппиншоу. Пока все в наличии для вас по самой сниженной цене. Успейте купить. Так, я возьму, пожалуй, розовый цвет. Оля, а давай мы сразу с тобой их примерим и посмотрим, как они будут сидеть на ноге. И также сможете вы представить, как они будут сидеть на ваших ножках. Сразу хочу вам помочь подобрать свой размер. Вы выбираете на один размер больше, но не сомневайтесь, сидеть они будут идеально, так как здесь у нас с вами девятая полнота. Девятая, значит, все-таки это хорошо, потому что, как правило, когда тесная обувь, узкая очень, зимняя, нога быстрее замерзает. Ну и вообще неприятное ощущение, к чему они нам? Да, Олечка, я с тобой полностью согласна, что когда обувь у нас зимняя свободная, ножка чувствует себя, конечно, гораздо дольше в тепле, потому что у нас образуется воздушная подушечка, легкое пространство дает возможность ногам не замерзать. Ну, то есть, получается, еще и для проблемной ножки подходят наши дутики, раз у нас тут полнота девятая. Широкий размерный ряд от 36 до 41, 7 цветов на выбор. Но если вы хотите почувствовать полноценный комфорт, давайте заглянем вовнутрь, потому что, знаете, когда смотришь и думаешь, о, какие красивые, но мы же понимаем, что мы их будем носить зимой, и нам нужно, чтобы все было вот максимально продумано для нашего максимального комфорта. На что нужно обращать внимание первоочередно, когда выбираешь для себя комфортную зимнюю обувь? Олечка, ну, конечно, зимняя обувь должна быть теплой. Первой мы обращаем внимание на тот утеплитель, который у нас с тобой есть. Мне очень нравится, что здесь у нас с тобой густой мех, плотность меха достаточно хорошая, потому что здесь я не вижу основания даже ткани, на которой у нас основа. Поэтому сегодня эти сапожки будут нас хорошо греть. Но когда до них дотрагиваешься, Оля, обрати внимание, они мягкие и объемные. А ведь внутри у нас с вами между мехом и основной тканью есть еще дополнительная прослойка. Это специальный материал поролон, который используется в обувной промышленности специально для того, чтобы вы чувствовали себя тепло. Ведь поролон имеет небольшие камеры воздуха. Именно они позволяют чувствовать нам дополнительное тепло и эффективно сохранять его внутри. То есть такая у нас двойная зимняя защита, понимаете, да? Еще вот мы с тобой обсудили, да, вот верхнюю часть, которая чаще всего из-за своей высоты сильно передавливает полненькие ножки, а если есть варикоз, это вообще катастрофически неприятно. Это же опасно. Да, Олечка, это опасно, поэтому сегодня наша обувь действительно очень удобная. Посмотрите, вот они эластичные вставки, которые будут мягко обнимать вашу ножку, делать идеальную посадку по абсолютно
любой ножки. Тем самым мы с вами защищаем себя от всяких неприятных ощущений. В том числе люди, страдающие варикозом, не будут чувствовать сдавливание ноги. И также посмотри внимательно, мы с тобой можем, еще имеем дополнительную возможность заправить и брюки внутрь. Итак, внимание, специальное предложение только сегодняшнего дня. Еще вчера дутики «Снежная сказка» стоили 2399 рублей. Только сегодня, в сегодняшний день, для вас особенный, потому что мы делаем для вас скидку 1200 рублей. То есть скидка превышает стоимость предложения. Успейте заказать специальные самые выгодные предложения дня. А я хочу порадовать тех, кто переживает, насколько будет комфортно в обуви. Ведь обувь должна не только греть. С нашим климатом сегодня нужно быть очень осторожным. И обувь должна у нас с вами выдерживать не только морозы, но и слякоть. Посмотрите внимательно, лью воду. А ведь у нас здесь текстильное полотно, которое, по идее, казалось бы, должно промокнуть. Но нет, посмотрите, вода сама скатывается, не оставляя никакой возможности ногам быть мокрыми. Но это еще не все, Олечка. Мне очень хочется доказать, что не только вода не страшна нашим дутикам. У меня сегодня в запасе есть стакан, в котором не только песок, не только грязь, но еще и соль, которую обычно сыпят на дороге. Давайте мы с вами проведем эксперимент и насыпем в наш аквариум вот эту вот всю жижу, вот эту вот всю грязь. Мы проведем эксперимент, размешаем все это и увидим, что здесь у нас как раз то, что обычно встречается на наших дорогах. Посмотрите! И я абсолютно бесстрашно это делаю. Я топлю. Сразу обратите внимание, что у нас швы также уходят под воду. Но внутри, я вас умеряю, на 100% будет сухо. Ноги, думаю, то что-то они там показывают, непонятно, а вдруг там внутри все промокло. Сейчас мы вам докажем, что да, действительно, на телеканале Шоппинг-шоу мы все проверяем, а потом рассказываем вам о наших достижениях. Давайте еще раз посмотрим на дутики, которые не промокают, которым не страшны ни реагенты, ни другие виды загрязнений. Это идеально практичное, суперкрасивое приобретение со стразами для вас по цене только сегодня чуть больше 1000 рублей. Итак, продолжаем наш эксперимент. Сейчас этот аквариум, в котором находится и соль, и песок, и снег. Эта жижа, по идее, должна быть такой едкой. Но нашим дутикам она не страшна. Танюша, погружай ногу именно в эту грязь и в эту соль. Скажи. Давай сильнее, сильнее, давай прям туда, вот так вот, поболтай ногой прям сильнее. О, давай, давай. Ну, вот так вот максимально. Вот теперь самый главный вопрос. Скажи, тебе сухо внутри? Да, Танюша подсказывает нам, что у нее внутри абсолютная сухость. Давайте посмотрим, не обманывает ли нас Татьяна. Итак, Танюша снимает с себя обувь. Специально мы подготовили носок хлопчатобумажный, на котором, по идее, если вы промокаете и снимаете обувь, сразу было бы видно, что они промокли. Но здесь идеальный цвет наших серых носочков, который доказывает, что наши дутики не промокли. Ну-ка, Танечка, помочи, пожалуйста, носочек. Мы должны посмотреть, как бы он выглядел мокрым. Внимание! Вот так, посмотрите, Таня сейчас помочит, посмотрим, вот, видите, вот сразу так меняет носок, цвет носок, сразу меняет цвет, поэтому мы с вами уже в прямом эфире доказали, что наши дутики идеальны для погоды от октября до апреля. Выбирайте для себя супер предложение. Ножки ваши точно не промокнут. Ножки ваши будут теплее. Защиты. Защите. Это дутики. Это хит продаж нашего телеканала. Сегодня для вас в 7 цветах на выбор. В размерах от 36 до 41. Просто наберите номер телефона и закажите свою защиту для ваших ног по супер сниженной цене. Успейте заказать.